В общем, с чего началось мое утро? С душа. И потом приехали родители. В общем, мы с ними поболтали. Сейчас я смонтировала видео за 24-е. За 24 февраля. Сейчас уже поставлю его выгружаться и думаю, что к вечеру, может быть, после обеда даже оно уже выйдет на канале. Выставляем видео и потом будем искать. Так, вот эта кнопочка. И потом будем искать видео год назад, что у нас было. Вот это самая интересная часть. Так. Вот, утром, как всегда, Олимпиада. Да, когда была Олимпиада, у нас по утрам, особенно по выходным, была точно Олимпиада. Вот, а сейчас опять открываем YouTube и ищем, что же было год назад. В общем, открываю свой канал. Мой канал. Открывается? Или нет? Еще раз. Потому что все сидят в интернете, Гришка в интернете. Здесь сейчас видео выгружается. И пишем 24. Вот здесь вот в поисковике. 24 февраля. И ждем. Сейчас оно загрузится. Вот. Это в 2016 году. Дедушкин помощник Афанасий, наш маленький мальчик. И очень часто смотрю, что я готовила. Вот суп с рыбой был. Тоже сеяли зеленый горошек. 2 года назад тоже. Ну вот мы совсем недавно его и в этом году сажали. Вот, дети играют вместе. Фаберлик, котлеты. Так что сейчас его открываю. И вот здесь вот ссылочку нужно скопировать. И вот сюда вот мы год назад я ее вставляю. Все круто. Так что если хотите посмотреть, то переходите по ссылочке внизу. Вот добавляем видео в плейлист. И сохраняем. Все готово. Теперь все как выгрузится, то можно будет посмотреть. Я была в душе, у меня тут весь бульон, ну не весь в смысле, но он сбежал, тут такое пятно, сейчас буду мыть, процежу бульон, вот это пипец какой-то, но я думаю, это не только у меня одной, вот, и в мультиварке поставлю гороховый суп, горох у меня при этом уже с 7:30 замачивается, поэтому он разбух, я сейчас все промою, горох, сразу же сюда все картошку, все сюда загружу на суп и поставлю мультиварку, это час. Режим супа у нас сейчас в мультиварке. Так что будем готовить суп гороховую в мультиварке. Вот моя заготовка для супа. Вода. Вернее, бульон. Немного воды все-таки добавила. Лук, чеснок, перец, соль. На дне там картошка, мясо и горох. Так что сейчас все в мультиварку на час. У нас снежок еще лежит. Еще ничего не растаяло. Но было солнышко, но сейчас на самом деле что-то такое серое небо. Куда-то солнце пропало. Температура у нас сколько? Минус 4 получается. Миша в школу, папуля сейчас его отвезет и... Почему дождь не пошел? А что там пошло? Не, ну папа вчера говорил, Ну это ж на хорошо, завтра что еще дождь не не пошел. пошел. Может, еще сегодня на саночках покатаемся? А ты тоже Там ветер поедешь? гонит сейчас. Холодно, да? А я, наверное, его не пойду. Так, я сейчас в Динской, приехала сдавать документы в земельный комитет Динского района на то, чтобы стать на очередь на получение участка как многодетная. В общем, сейчас посмотрим, чем это закончится, потому что у нас там в станице начались движения с этой темой. Будут раздавать участки, и, в общем-то, как раз, можно сказать, на хуторе. Так что, знаете, отдавали участки фиг знает где, мы даже не остановились на очередь, потому что это станицы, но в такой глуши. Я, в общем, еле припарковалась. 3 круга объехала вообще возле соцзащиты. Нигде нет мест, вообще нигде нет. Поэтому вот сейчас встала 2 квартала, сейчас пройду. Хорошо, что взяла шапку и перчатки, потому что на улице ветер. Сейчас все в рюкзак документы сложу. Взяла все оригиналы. Забыла, кстати, дома еще сделать ксерокопию
свидетельство о браке, так что сейчас зайду, сделаю. Хорошо, что оно лежит всегда здесь. В общем, это все ксерокопии. Еще хочу заправить картридж. Вот мы всегда в одном месте его заправляем, так что сейчас схожу сначала в этот комитет по земельным отношениям, а потом дальше посмотрим. Так, в общем, вот это здание, где я сдавала документы, напротив универмага. Знаете, где я свою машину оставила? Цех памятников называется. Вот это здание написано. Так что сейчас буду ее отсюда вывозить. Вот еще отдала картридж заправлять. 450 рублей это стоит. Здание, где пенсионный фонд. Так, все, я еду домой. Тут прям сейчас несло. Сейчас вот заехали уже чуть. А то между полями прям несло. Снега сильно. Вниз, да, вниз нажимай. Мы от бабушки с дедушкой. Степа забрал наших детей, так что сейчас ой, едем. Ой, какое солнце, Вера, вообще. Нет. Закат. Это к чему? Мама, можно я ветер, ветер. Пошли, ну пошли. Какой закат? Они не... Идем смотреть закат. Что тут, лед прям, да? Оно ж подтаяло. Угу. Ой, да, солнце, конечно. Видите, какой закат, к ветру, к ветру. И к потеплению, слава богу. Пойдем, сына, и горло, пожалуйста, закрывай. Вот ты сейчас сядешь в машину, все нагреется, и ты это, и горло, сына. Давай, давай, закрывай свое горлышко. Антон Сергеевич, пожалуйста. Давай, Антон, а то как выступать? С какого числа? Вы уже узнали, мама? Нет, еще не. Ну, в музыкальной школе 7-го будет какой-то праздник. Антоше, интересное представление будет там. А, у нас в зале выступление. Да. Где мы занимались? Да, да, да. Там... Уже, это курят. К мамам, да, будет? Тоже курят. Курят? Да. Цыплят. Курят. Мы сейчас едем, у нас минус 2 показывает на машине. Идет дождь вот сейчас на стекле. Алена! Я не представляю, это сейчас какое-то обледенение Алена! Просто будет. А вон Новый год, а пилока, она нет. Да, у нас наступил Новый год, потому что у нас снег. У нас не Новый год, а фон. У нас скоро весна, сынок. Ты что, не видишь? Посмотри в окно. В эту пятницу уже у Марго день рождения. Да, завтра последний день зимы. А в 29-м уже начинается первый день весны. 29-го нету февраля, есть только 28-е. А потом 1 марта сразу. Потом 2 марта, потом день. Да, вот у Маргариты 2 марта день рождения. Я съездила в магазин, еще заезжала в Чайков у нас напротив родителей, как раз купила чай и кофе, в пакетиках ничем не отличается, но здесь чай зеленый с жасмином, а здесь кофе с ароматизированный, уже мне его помололи с Бейлис, с ароматом. Будем варить в этой кофе варке гейзерной, вот. Что вы там сделали? Сосулька, конечно. Я сейчас буду лезть. Смотри, какую пещеру. Сейчас. Иду. Ты куда, сынок? В пещеру? А у вас там пещера? Мам, смотри, я здесь попал. Ага. Да, я думаю, почему? Я на него кидался. Да ничего страшного, что он чай. Нога длинная. Лишь горло и капюшон надевай, ветер дует. Ой, блин, небо, конечно, вообще. А, мне уже холодно, дети, как вы тут? Я пошла одеваться. Внучек, а что ты делаешь? Во что? В хоккей играешь? Да. И кто выигрывает? А. Ты выигрываешь? Да. Молодец какой. Голябу. Да, го забил. Клюшка. Клюшка, да? Да. А это как шарик называется в хоккее? Шайба. Это шайба называется, да? Да. И все кричат, шайбу. Мячик в хоккее. Ну, он-то с мячиком-то играет. Ну, это есть хоккей с мячом. Да?
На кухне? Есть такой вид спорта? Обычного хоккея. Гол! Шайбу! Шайбу! А ты куда? Опять, сынуль, ну хватит уже ходить. Ну, ты же закончил школу. Да? Нельзя пропускать? Папа, корона, покажи, пап, свою корону. Папа, снежная королева, обалдеть. А ой, это у меня типа это, чепчик. Папа, на мне. На. Покажи, сынок, она очень холодная. Тихо, тихо. Что? Папа, снежная королева. Папа, снежная королева. Ой. Не то включила, не ту камеру. Спокойной ночи. Мака, мака. Ну так иди сними. А вот так. Нет, надо в майке спать. Сейчас не жара тебе, не лето. Я тут тук-тук, она тут мокрая. А, она только чуть-чуть. Так, в общем, мы сейчас уже спать, а Фоня уже пошел. Да, сынок? А камень ночи. Спокойной ночи, сынуля. Я же хотела рассказать, как я сегодня сдавала документы. В общем, как я сдавала документы? Как я сдавала документы и приехала. Там очень все. Сдала и уехала. Сдала и уехала, весь рассказ, да. Очень все так культурненько. Прям вот как по щелчку прям очень культурно разговаривали. Здравствуйте, до свидания. Все объяснили. В общем, 4 пункта, 4 критерия должно соответствовать, чтобы получить участок многодетным в Динском районе. Быть прописанным, иметь прописку не менее 5 лет в Динском районе. Что еще нужно? Быть многодетной семьей, не получать никаких участков и еще какой-то четвертый. Ну, в общем, 4 какие-то пункта. Все же не больно. И это вот из документов, что нужно: ксерокопии свидетельства о рождении детей, ксерокопию паспорта моего, ксерокопию паспорта мужа, ксерокопию моего свидетельства о рождении. Вот, что... Ксерокопию анализ. Нет, анализов не надо, к сожалению. Да. И свидетельство о браке, вот что нужно. И причем все оригиналы, поэтому я из-за того, что не брала оригинал Сержуниного паспорта, в четверг его повезу. Вот, нас поставят на очередь, и в течение 30 дней скажут наш порядковый номер в общей очереди, в очереди в Старомышастовской. Ну, в Старомышастовской вроде бы мы будем 52-ми, ну, там плюс-минус, может быть, кто-то еще там до нас. 2 миллиона 52-ми, да. А вот в Динском районе, конечно, там очередь, я так думаю, большая. Вот. Так что сдали документы. Вот, и мы очень рады. Ждем теперь, ждем. 10 соток законные. Будем строить там что-то. Да ты чё? Строить. А зачем нам? На 20 лет, кстати, сейчас. 20 лет. За 20 лет нужно построиться. За 20 лет сможем? Туалет построим. Туалет на фундаменте. На фундаменте. И оформим его. Главное ввести в эксплуатацию. Ввести в эксплуатацию. Вот, в общем, все рассказала. Всем спокойной ночи. Если вы многодетные, напишите, что там вы делали. Получили ли вы участки? Вообще, есть ли у вас такая история? Вот, так что всем спокойной ночи и пока. Знаете, с чего мы сейчас сижу не смеялись? С того, что я, в общем, стала выгружать видео, которое называется тра-та-та-та-та. А, это ж не то. Ну, в общем, вчера буквально вышло видео. Вот, заработала, называется. Сейчас я его так поближе покажу. Дровокол, вот он. Заработал, где Сержуня показывает, как работает его гидравлический дровокол. А сейчас я смотрю, что тут. Сейчас звук. А, что было год назад. Получается, 25 февраля. Мы пропускаем рекламу. Смотрим, где тут Сержуня. Вот Сержуня, и видео называется «Аппарат для обрезки деревьев от мужа». Вот он тоже в том году, получается, сам сделал компрессор
для обрезки секатором. Вот он. Где сам аппарат? А вот сам аппарат. Сейчас загружается, будет долго загружаться. Вот. Вот сам аппарат. То есть год назад он сделал вот этот аппарат, а в этом году вот дровокол. Так что, если что, то, как всегда, смотрите, что было год назад. Вот оно сразу. Мой год назад. А в 16-м году, у нас же был еще 16-й год, то у нас было много роботов. Вот так вот. Так, все это закрываем, а вот это видео за 25-е будет выставляться, выгружаться.